Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот интересный журнал «Us» или «Мы». То есть, видимо, русские тогда решили этот журнал «Us», который вот зарубежный, переделать типа в «Мы». И давайте посмотрим вот здесь вот, если приблизить. Здесь октябрь-ноябрь, ну, там практически ноябрь, номер 5 2006 года. Видите, вот здесь вот «Us» вот это написано. Ну, что здесь хорошего? Здесь у нас есть Бритни на обложке. Поэтому, как похудела Бритни. Здесь журнал хорош тем, что здесь вот прям очень много всего написано. Вот. Давайте посмотрим саму статейку. Вот. Вот такая вот у нас. Здесь много листов. То есть, ну, единственное, что у него формат, он немножко такой узенький. То есть он небольшой, типа А4, а вот чуть поменьше. Ну, вот как-то так. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Вот такая вот статья у нас. Любовь зла, тут вот Кевин у нас. А также вот здесь вот, как Бритни, всякие чипсики, Макдональдс и кушать всякие булочки. Диета Спирс, ну, конечно, прям вот мы верим, что это ее диета была. Дальше у нас здесь еще есть картиночка с Бритни. Вот такая вот она здесь. И Кристина здесь. Здесь у нас что-то атака клонов, типа вот они с Гвен Стефани похожи. Ну, не знаю, просто стиль у них такой, как по мне. А такой вот обзор. У меня очень много обзоров на различные журналы с Бритни, не только. Так что заходите на мой канал, вы можете посмотреть. Может, найдете что-то интересное для себя. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.